Очередное ДТП произошло сегодня при выезде из села Донское. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением и врезался в столб. Женщина-пассажир «шестерки» погибла на месте. Авария произошла сегодня около 10 часов утра. Автомобиль двигался в Тамбов со стороны Татанова. По словам очевидцев, «шестерка» на летней резине зацепила кромку льда на обочине. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106, мужчина 84-го года рождения, на скользкой дороге не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на световую опору. От удара столб буквально треснул пополам. В автомобиле находились водители и двое пассажиров. Женщина на заднем сиденье от полученных травм скончалась на месте. Двое мужчин не пострадали. Всего за сутки в Тамбове и Тамбовском районе произошло 33 ДТП, в которых один человек погиб и 5 получили травмы различной степени тяжести.